Интересно, и кто из нас больший преступник? Все просто, это ты. Научи продавать наркотики. Стой, на тебе что, прослушка? Нет, мне нужны деньги по уважительной причине, и преступность — последний шанс. Я мог бы торговать на eBay, но доставка. Интересная у вас подвеска. Это, она у меня с детства. Половинка медали лучшего друга. У меня была безумная мечта, что однажды я найду парня со второй половиной. Господи. Коди? А, так поди звали мертвого серфера, с которого я ее снял. Помни, убивай все, что движется. Даже ребенка? Особенно ребенка. Хотя бы раз в сезон надо убивать ребенка, чтобы люди кричали: «Не верится! Они убили ребенка!» Идем уже. Фу, как достало. Вечно футбольных комментаторов зовут на мероприятия, в которых они не смыслят. Игроки готовы выйти на плавательное поле. Заплыв начался! Они движутся точно по прямой. У моего соседа бассейн. Искупнусь разок, когда он уедет. Они идут вровень, не кажется, Канада победила. А нет, им еще плыть обратно. Я встретил парня, зовут Страйкер, и он очень крутой. Он один из тех, чьи волосы на предплечье делают его часы круче. Это Страйкер. Пусть думает, что я слушал крутую песню. Да, кто это? О, привет, чувак. Да ничего, булькаю мальца. Я вызову подмогу. Помоги, папа. Брайан, отзывай беспилотник. Папе нужна помощь. Черт, Мэг, мы можем убрать главу ИГИЛа. Ладно, согласен. Повезло, что ты такой профессионал. Гребень волны отключается, пока. Что сейчас было? Отвали, ничего. Привет, Питер. Привет. Ола, Чача, привет. Питер? Это все из-за дома. Надо выбраться отсюда. Да папа просто на взводе. Знаю, его так не штырило с тех пор, как он узнал о круглых американских горках. Отличный портфель с наличкой. Где ты достал деньги для такого портфеля, Пит? Хочу в долю. Нужно выплатить долг своему таинственному боссу, мистеру Роботу. Сипу! Крис, живо в дом! Весь мой план рассыпался, как карточный домик. Я рос в Гафни. Мой отец говорил: «Подставь другую щеку». Кевин Спейси говорил: «Я просто выгуливал пса в парке в 3 утра». Я им обоим не верю. Что-то мне плохо. Фу! 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 Пришло время рассказать жене правду. Как мужчина. А потом я продал наркотики. Ведь доктор выявил у меня рак. Я убил парней, а Джо забрал все деньги. Ясно. Ты бросаешь меня? Нет, Питер. Помогаю убить копа. Ведь я куда хуже, чем вы со зрителями думали. А, это парни. Что этим неудачникам надо? Неудачникам? Они же друзья. Не, они стрёмные. Они ни разу не выпили на похоронах. Глиттер, Джеффри Джонс и Джаред из Сабвея. Кажется, только я высылаю фото. Мне льстят ваши отзывы, но, может, и вы что-то пришлете. Короче, вот еще фото. Такого я не ожидала. Еще. Давай посмотрим еще. Постой. Прежде всего, перед тем, как продолжить смотреть сериал, нам, как и всем зрителям, надо решить, достаточно ли он толерантен. Лично меня ничего не задело. Я рада, милый. Эй, ребята, спасибо, что пригласили. Однажды я спрыгнул с двухъярусной кровати с полотенцем, повязанным как плащ. Это было в Икее.
Приземлился на игрушечный компьютер. Надо будет вместе попробовать. Нет, мне туда нельзя, моя фотография висит на входе. Пэй Гриффину от Совета управления Эмми. Уважаемый мистер Гриффин, хватит. Мы поняли, что вы пытаетесь выиграть Эмми. Довольно. Прекратите. Это все? Тут еще от Fleetwood Mac. Не прекращай думать о будущем. И еще тут от Supremes. Остановись. Во имя любви. Ты закончил? Просите остановиться? Питер, закрой дверь. И мы отвязные. Вы абсолютный отстой. Да что ты. Тогда почему подростки кричат мне вслед «Крутая коляска, урод»? Слушай, Питер, если мы тебя позорим, и ты нас считаешь лузерами, мы тоже не хотим с тобой общаться. Да вперед! Кому вы нужны? У меня есть страйкер. Да ну, тогда желаю вам счастья, мудак. Крутая коляска, урод. Спасибо. А как тебе рюкзак, что висит сзади? Мы попробуем каждую категорию Эмми. Начнем с каскадерских трюков. Йо! Питер, такой категории нет. А, понятно. Лучшая документалка. Видишь отверстие в скале? Полетим прямо сквозь него. Как нитка через иголку. Будет круто. Ага, да. А давай так. Может, лучше ты сам прыгнешь, а я буду вон там кружиться и петь звуки музыки. Ну или можем пойти домой и посмотреть звуки музыки. Знаю, ты нервничаешь. Но поверь, это проще, чем кажется. Смотри. Питер, выпал. Меня что, выгоняют? Нет, твой пенис выпал. Убирайся. Куда? За собой, ты писаешь на пол. Только я подумал, что круче быть невозможно, как ёбаный в рот! Господи! Боже! Что, от него ничего не осталось? И ведь именно мне придется опознавать тело. Да, это он. Бедняга. Он выглядит как тарелка томатного супа. Парень рядом вообще сгорел и выглядит как жареный сэндвич. Эти несчастные души вместе идеально подходят для дождливой субботы. Привет, ребята. Что пьете? Пиво? Квагмир, расскажи одну из своих пошлых историй. Иди гуляй, Питер. А вот Джо смог бы пойти гулять. Так, и куда это ты собрался? Лоис сказала спрыгнуть со скалы, чтобы доказать верность друзьям. Слушай, а ты уверен, что она именно это сказала? Не знаю, ее рубашка была расстегнута на груди, и я пытался подсмотреть. Ну, мне пора прыгать со скалы. Питер, стой, подожди, это безумие! Твою-то мать! Куда он поехал? А? О, господи!